Hello, ты на канале AAA, у нас Atomic Heart, и мы продолжаем пытаться, короче, этого бота, Вов, лаборанта убить. Ты видел у него, когда сзади подбежать можно было и типа атаковать его? Не подходи ко мне даже. Не надо. Ладно, не торопимся максимально. Да ну не торопимся. Блин, так хорошо шли вначале. Ждем просто его ошибок, скорее всего. Или своих. Скорее всего, его. Вообще подхилит на самом деле, потому что он сейчас подойдет, что-нибудь один раз тыкву мне даст какую-нибудь классную. Такой. Да ну нет, только не размен. Ну это будет крайне долго и медленно. Давай с дробаша ему впилим немножко. Почему? А. Не понял, вообще 6 патронов дали, отлично. Это чуть ускорит процесс. Не-не-не-не-не-не-не. Стой, хилься. Перезаряжайся. Да зачем ты хилишься второй раз? Я не нажимал X. Так хорошо шли. Иди сюда. И еще разочек. И у нас хилок больше не осталось. Офигенски. Осталось вам буквально несколько, три удара, наверное, каких-нибудь. Раз разменялись. Два разменялись, да? Три разменялись. Да, блински, но... Осталось-то копеечное количество жизней. Но я не очень хотел бы так... Хотя, как угодно уже можно пройти. Лишь бы пройти. Один, блинский, один удар остался. Да ну ты прикалываешься, нет. За что один? Один удар. Я уже согласен был, как угодно это сделать. Почему? Один, блин, удар. Так хорошо шли. Это даже не шутка. Один удар. Надо было просто не торопиться. Я просто, я слишком торопился. Я хотел прям добить его максимально быстро. Во! Это шутка какая-то? Это реально шутка? Куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся. Как мне, знаешь что, надо посмотреть, как мне переключиться на маленькую аптечку в управлении. Где управление? Геймплей. А где управление полностью? Нету управления. Как бы все бы ничего, но видишь, у меня внизу выбрана аптечка такая дурацкая. А я бы хотел ее переключить. Может, EQ? Нет. На какую-то клавишу она явно должна переключаться. Что происходит? А, карта. Данные какие-то, инвентарь. Аптечки. И как выйти отсюда? Как переключить-то, ё-моё? На таб? Маленькая аптечка.
Непонятно. Управление максимально непонятное. Еще патроны для дробовика. Но при этом они не добавились, да? Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительными. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Ага, все понятно. Да, блински. Ну, все понятно, короче. Это как Warframe, между прочим. Так. Да нет. Он прикалывается. Нафига они сделали такую систему? Так, ладно. Донецкий. Отлично, неужели? Напоминаем, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826... Сохранения никакого не будет, например? Ну так, на всякий случай, мало ли там, типа, например, как-нибудь, ну ладно. Болинский. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. А сохраниться-то можно мне? Твою мать! Это что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю крепышей! Милый, позволь я прижу тебя к кровати. Дорогой, что происходит? Не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь. Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно! Непокорные властные мужчины меня заводят! Сейчас я тебя заведу! Только бы добраться до тебя! Ах, какой самец! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь, сильная тварь! Я к твоим услугам, милый! Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Чё? Что происходит? Вскоре вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Нейропечатка генерирует электрический разряд, поражающий противника, наносящий ему урон электричеством. Особенно эффективен против роботизированных целей. Получить? Окей. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Оружие — это полезно. Зайдите в надлежащее окно мое. Выбор, но я способна на гораздо больше. Энергия, пополняемая ревиссивным полимерным накопителем перчатки, необходима для использования умений, таких как шок. Служа
стужа и других. Вне боя энергия постепенно восполняется самостоятельно. При нанесении урона по противникам ударами ближнего боя энергия восполняется гораздо быстрее. Какая непристойность. Топором лишь аванс, мой сладкий. Так. Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха-ха. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. На предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Да, сначала только засейвимся. Потом я хочу посмотреть, что у нас есть по возможности улучшить. Примерное улучшение. Ну-ка, и что я могу улучшить? Примерная струя. Нейроперчатка генерирует боевой примерный состав, подающийся в виде струи на противника, либо на любую поверхность. Нанесенный на цель полимерный состав может быть подожжен, нейтрализован или заморожен. Противник, находящийся под действием данной полимерной атаки, либо наступающий на указанную поверхность, получает соответствующий урон. О, полимерный щит. Нейроперчатка создает щит вокруг красной. Полимерный, защищающий от воздействия рукопашных атак и оружия дальнего боя. Также перенаправляющий час энергии остановленных зарядов в циркулярный магазин, увеличивающий его заряд. Данная функция не предназначена для защиты от особо сильных атак. То есть у нас получается, допустим, шокер на Е. Подожди, а как мне шокер-то? Что, не разблокировал, что ли? Не понял. Шокер. Но шокер не стоит ни на чем. Полимерный щит. Установить на Q. Мастер телекинезис. А, нужно желе. Мастер телекинезис. Телекинез блок получает модернизацию, позволяющую брать телекинетический захват всех противников в определенном радиусе перед собой. Захваченные противники поднимаются в воздух и удерживаются там в течение определенного времени. Отмена или отключение воздействия приводит к падению цели. Понятно. По крафту требуется рецепт, Ой-ой-ой, сколько тут оружия, это все. Рельсотрон уже имеется. А что с дробовиком я могу сделать? А, улучшение. Ну-ка. Дульный тормоз. Улучшение стабильности стремительно снижает. Понятно. Кассетник, кассетный модуль, магазин. Рукоять даже. Ладно, понятно, здесь ничего больше интересного нет. Сохранимся на всякий случай. Понимаю, теперь топор мощнее. Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля. Ага, круговой удар теперь есть. Неявка по любой причине. А что, если я переживу? При рассмотрении вашего... Да, ясно. Ну, здравствуйте. Одна монета, одна копейка подаст без сиропа, понятно. И куда нам?
всем явно здесь плохо. Да, давай прослушаем. А что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вофа 6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Видимо, да, только на высокий социальный рейтинг они реагируют. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Угу. Навыки перезаряжаются какое-то время. Ага, прям щит можно сделать. Неплохо. Так, единственный вопрос, что надо прям удерживать или что? Сейчас посмотрим. Ага, да. Ну, не так, что прям супер удобно, конечно. Сюда нам не пройти. Установленная мера пресечения изменена. Просьба передать оборудование управляющему и проследовать в отдел социального контроля. Да он только не черный. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения Ромашка. Если оно нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Понятно. Конечно, они все в шкафах хранят патроны для дробовика. Зажмите «Отпустите F», чтобы поднять объект. Зажмите «Отпустите», чтобы метнуть поднятый объект. Что поднимем? Так, то есть я не могу сейчас ее... Отлично. Не то, чтобы это, конечно, прям велико помогло. Где этот хрен бродит? Вон, вижу. Блин, он ходит по карте. Ладно, зайдем пока сюда. А закрыть дверь ты можешь? Когда очень лень вручную все открывать. Так, сохранить там сохранились. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю.
Не буду вам мешать. Это правильное решение. Да ну нет, в смысле он меня заметил? Не-не-не-не. Да ты прикалываешься. А, от сильных он не защищает, точно. Взял меня и добил. Отлично, отлично. То есть их ты, короче, скрытно подходить и как-то, короче, гасить. Я не знаю даже как. В целом, это еще мне непонятно, как грамотно к ним подходить. Ну, что-нибудь придумаем, где хоть сохранился-то. Напоминаю, что не да ты прикалываешься надо мной. И распространение данных по результатам эксперимента преследуется партией и грозит высшие меры наказания. Лови. Уже заметил, ты посмотри-ка на него. Ну, и чё? Да, конечно. Вообще-то я тебя обижал. Майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. А, то есть мы отключаем ее только временно. Ясно. Добивай, добивай же. Ну, где ты там? Да-да-да, давай. Все, я понял. Так, короче, мы, получается, загружаемся сразу там, надо подождать, пока он отойдет. Он реально прям тут сразу стоит? А, это отвлекает внимание его тоже, что ли, или что? Или он уже ко мне бежит? Может, отдохнешь? Может, все-таки отдохнешь? Ясно. Надо дождаться, пока он уйдет. Но в теории, я так понимаю, я могу почти сразу забежать. Камеру быстренько деактивировать и аккуратненько подойти к нему сзади, потому что убивать его вручную, ну это бред. Если вы получили направление на анализы, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Вот, она смотрит сюда. Ну, конечно. Ну, давай, давай, да, да, успел. Вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует. Ясно, понятно, все понятно. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Дровосек, сука, жилет. Не понял, он что, попасть по мне не может? Да, попал. Все понятно, все ясно мне, все стало понятно. Значит, мы не торопимся максимально быстро. Ждем, аккуратненько проходим. И потом сразу идем, короче, за тем роботом, чтобы быстренько его сзади именно заглушить. Потому что, ну, смотрите, сколько у него патронов надо засадить, это нереально. Сохраните данные эксперимента и очистите рабочее пространство. Давай, отворачивайся. Да ну нет, в смысле ты меня заметил? Давай, покажи, на что ты способен. Ай-яй. А-а-а.
вот как это работает. Его тоже можно, получается, оглушить. И подойти сзади и вырубить. Ну-ка. Если так, тогда это прям прикольный инструмент. Тогда надо подойти, чтобы он меня заметил. Но мне только не кажется, что так не работает. Что если я его глушу, то что это не спасет меня от него. Так, ладно, ждем. Вон он. А, он просто сюда идет, он смотрит сюда. Это он ко мне уже? Вот он отвернулся. Отключили. Идем к нему. Стой. Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, да блински. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Ай-яй-яй. А что оно под... А, оно только временно отключается, ясно. Да, блински. Я не умею пользоваться, короче, пока что еще своим персонажем. Частенько мы чуть помираем. Как-то очень частенько. Понятно, короче, надо сделать так. Сейчас он подходит, отходит. Мы вырубаем камеру, но идем слева. Идем слева и догоняем того робота аккуратно. Имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами, немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю, вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами, немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Вон он идет. Сейчас он дойдет до сюда. И когда он пойдет в обратку, мы, в принципе, можем вырубать камеру и аккуратно обходить ее с той стороны. Вот он ушел. Да ну нет. Не-не-не-не-не. Да что нет-то? Хилимся. В смысле он пробил? Да, конечно. Ёшки, да, понятно. Торопиться тоже нельзя, короче, как-то непонятно, как надо проходить аккуратно. Первый раз у меня получилось, по-моему, проще всего и быстрее всего. Ладно, ладно. Вот он идет. Преследуется партией и грозит высшие меры наказания. Он что там, меня заметил уже, что ли? Ну да. А, нет. Давай, камера, отворачивайся.
Да как ты вечно меня замечаешь-то, а? Ай, блински. Да, блински. Добивай. Короче, я не знаю, он меня вечно замечает. Это получается, надо как-то дождаться, пока он уйдет, уйти в комнату, то все в комнате собрать, ключ забрать. Непонятно. Что-то какого-то стелса прям наделали, прям дофига. Есть желание даже на легкий уровень перейти, потому что мы по сюжету не двигаемся просто вообще никак. О. А, ничего себе. Ну, это модно. Где робот? Да как ты меня заметил-то? Ну-ка. Я так понимаю, что... Ну ладно. Будем, значит, так делать. Раз нам дали возможность так сделать. Подожди, а я бить тебя могу? Ну, отлично. Дотягиваюсь, типа. Зря только дробовик потратил. Иди сюда. Ты, терминатор недоделанный. Точнее, непеределанный. Терминатор, по-моему, и то проще убивался. Офигеть, ты посмотри, просто его в мясо изрыштить надо. И куда ты пытаешься... Блинский, ну ты... Так же хорошо шли. Надо запомнить, что надо будет отходить, как только он свой лазер включит. Ну ладно, хорошо. Такой секретик мы нашли, грубо говоря. То есть, в принципе, вариант есть выйти, даже если его заскамить, чтобы он пошел за нами, спокойненько взять и... Санкционированное распространение конфиденциальных данных сотруднику. Номер 43267А. Немедленно явиться. Спокойно с ним разобраться. Просто если видишь, что он собирается стрелять из луча, отходи, что в принципе логично. Где этот хрен? Ага. Отлично. Ты там где? Знать, сколько у него жизни. Да, подожди, а я же могу сделать так, чтобы он стоял все спокойно, не мешался мне. Просто если будет лучше, то пойдем. Ну так просто проще, потому что так точно наверняка его можно будет сделать. Постой спокойно, пока получаешь по башке. Это будет долго.
А звук как будто реально терминатор ходит. Да когда ты уже умрешь-то наконец-то? Тупо минуту. Посмотри, сколько ударов ты ему уже сделал. Это уже немножко не смешно. Вообще реально убить? Или он специально какой-то супер сторожевой? У него уже ничего не осталось на поверхности. Да ну нафиг, неужели? Отлетела твоя рабочая башка. Ух, сохраниться бы, конечно. Ну ладно. Уж ёшки-матрёшки. Это было сложно. Но по-своему это было весело. Дай пройти. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Повторяю. Это правильное решение. Если вы получили направление на анализы, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Так, маленьких аптечек у нас дофига, конечно, уже. Серпозводники, о, ёшки, так дофига тут шкафчиков-то. Патроны для ПВК, биоматериал. Ну прям всего понабрали. Детали из металла. Что, рюкзак переполнен? И чё, и как мне это делать? Что-то выкидывать надо или что? Кстати, вот такой интересный момент. А я могу, типа, обратно спуститься и сложить, типа, свои шмотки или ещё что-нибудь? Ключ-диск. А как мне переключиться-то на другую вкладку-то? Я даже вон промотать-то не могу. Да ладно. Что-то непонятное. Нахожу я теперь медленно. Там типа тоже что-то есть. Ну, отлично. Просто гениально. Зачем нам сюда? Непонятно. Да ну нет. Здорово. Все же должно было хватить 3 патрона. Ладно. Допустим. Ну, я так понимаю, что нам вниз, судя по всему. Блин, я бы сходил бы на самом деле обратно в комнату засейвиться. А, вот, точно, отлично. Потому что рюкзак, во-первых, переполнен.
А во-вторых, я думаю, что мы на этом закончим эту серию. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, ставь в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайтесь на канал и следите за продолжением. Пока-пока.